В Люберецком техникуме имени Юрия Гагарина отметили День профессионального технического образования. В этом году этой системе исполнилось 82 года. Тему продолжит наш корреспондент. В Люберецком техникуме работает более 200 педагогов. Среди них половина преподавателей с высшей категории и 6 кандидатов наук. В честь праздника их поздравил Владимир Волков. Юрий Алексеевич Гагарин традиции заложил очень серьезно. И вы продолжатели этих традиций. Огромное вам еще раз спасибо за то, что вы делаете, за ваш труд. Потому что учителем нельзя стать, научиться, прийти просто образование. Учитель – это призвание, скорее всего, с этим надо родиться. Педагоги и студенты показали мастерские. Весь материал, запчасти и оборудование, которые они там используют, применяется на настоящих производствах. Среди партнеров, которые обеспечивают техникум учебным пособием, ведущие предприятия по производству летательных аппаратов. Например, вертолет на территории техникума – подарок завода имени Миля. Замечаю коррозию на некоторых местах, на лопатках, на каких-то корпусах или нагар бывает после полета. Когда обучаешь студента на бумажном инструменте, на деревянном инструменте, а он потом приходит в производство и не понимает, что ему делать там, с настоящим молотком или там, каким-то другим инструментом, он этого не понимает. А когда он сталкивается, уже работает с основным инструментом, который применяется в производстве, он получает полностью, мне кажется, 100% опыт работы с инструментом. Всего в техникуме имени Гагарина ежегодно обучаются 2000 студентов по 27 направлениям. Многие из них после учебы остаются в стенах своей альма-матер. Очень много молодых педагогов вливается понемножку ежегодно. И отрадно то, что эти молодые педагоги – наши бывшие выпускники. Статус государственного праздника – День системы профессионального технического образования – обрел в июле этого года. Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.